Здравствуйте, мои дорогие! Я всегда люблю делать все своими руками и вам советую, но вот сегодня у меня такое задание на повестке дня. Нужно помыть газ, а он очень сильно загрязнился, и мы будем мыть его вместе с вами по той технологии, которую знаю я. Так, приступим. Мы сняли решетки с газовой плиты, налили с чайника горячей воды, чтобы это все хорошенечко отмокало, и постепенно, не спеша, эту воду в тарелочку грязную, грязную воду в грязную тарелочку постепенно губкой вымачиваем. Процесс, конечно, трудоемкий, но зато стоит того. Мы можем видеть, как газовая плита приобретает свой первозданный вид. Итак, мы уже изрядно тут все замочили. Мне сейчас понадобится вторая рука, чтобы вылить эту воду и сполоснуть губку. Поэтому я с вами прощаюсь. Во второй части мы уже увидим чистый белоснежный газ. Ну что ж, до встречи в следующей части. Всего доброго. Будьте счастливы.